С вами магазин Instrument Center. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Top Tool на 108 предметов. Top Tool 108R. R обычно это шестигранный, R1 это 12-гранные головки комплектации. Сегодня в видеообзоре шестигранный набор инструмента Top Tool. Комплектация стандартная, как для набора на 108 предметов. В принципе, у всех фирм она одинаковая, но инструмент отличается качеством. Будь то или профессиональный, или полупрофессиональный, или бытовой инструмент. Компания Top Tool выпускает профессиональный инструмент высокого качества, поэтому набор отличается высоким качеством. Упаковка, в которой поставляется набор, очень качественная. Она полностью из картона, не бумажная. То есть такой картонный ящик. Набор производится в Тайване. Что указано на упаковке? Комплектация указана. Тут все на английском языке. В принципе, изготовление Made Taiwan и профессиональный инструмент. По комплектации. В наборе два рабочих квадрата. Это квадрат 1,2, трещотка. Трещотка на 36 зубьев. Трещотка разборная, то есть можно поменять будет, если вдруг полетит механизм. Хотя случаев таких не было. Или для обслуживания тоже можно ее смазать. По рукоятке. Рукоятка полностью пластиковая. И трещотка имеет номер согласно каталога. Весь инструмент, который представлен на наборе, имеет номер согласно каталога Top Tool. Имеет реверс и быстрый сброс головки. Также трещотка под квадрат 1,4 на 36 зубьев. На 36 зубьев считаются трещотки силовые, но как бы срывать, конечно, гайки ними не рекомендую. Также быстрый сброс, реверс и номер имеет по каталогу. Трещотки на 36 зубьев в наборе. Два удлинителя. 250 и 125 мм. Это удлинители под квадрат 1,2. Надпись Top Tool и номера согласно каталогу. Удлинитель под квадрат под размеров 250 мм также используется как Т-образный вороток. Вот такой переходник есть в наборе. Надевается на удлинитель и можно использовать как вороток. Данный удлинитель можно использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Это стандартная комплектация во всех наборах на 108 предметов, в принципе, то же самое. Так, далее, два кардана, 1,4, 1,2. Карданы скреплены, но тут не винты, тут вставки, даже заклепки. То есть карданы полностью проклепаны и очень качественно. Не знаю, инструмент визуально придраться не к чему. Все очень красиво сделано, все очень аккуратно. Так, далее, две свечные головки 16 и 21 мм. Имеет резиновые вставки внутри, для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Так, головки в наборе представлены Torx есть. Самая маленькая головка Torx E4. И самая большая E24. Хотел бы сказать, что все наборы Top Tool, они... Наверное, с производства, когда на заводе, они чем-то смазываются, потому что головки, они жирные в масле. Или масло, или это специальная смазка, ну, они чем-то покрыты, то есть с завода они покрываются чем-то. Далее, шестигранные головки, в наборе их 30 штук, самая маленькая головка, это 4 мм, 6 граней, и самая большая на 32 мм. Очень качественный инструмент. Даже в руках смотришь, ну, чувствуется, что качество на высоте наборов. Также головки имеют надпись 32, это размер, Top Tool надпись и каталожный номер. Далее биты. В наборе есть биты под квадрат 1,2. Они используются с переходником. Вот, выбираете нужную биту, вставляете переходник. Но использовать можно квадрат 1,2 биты с трещоткой или с воротком. Биты представлены шестигранные, шлицевые, крестовые и биты Torx есть. Самая большая Torx это 60 мм бита. Далее биты под квадрат 1,4. Они идут впрессованные в головку уже. То есть без переходника, они напрямую. И под них можно использовать
отверточную рукоятку. Или отверточную рукоятку, вот эту можно использовать с головками под квадрат 1,4. Тут есть отверстие в ручке, можно использовать как реверсивную отвертку или добавлять там удлинитель, то есть делать конструкцию, которая уже нужна будет вам. Вот я уже инструмент показал, уже пальцы, у меня вот такое ощущение, что какая-то силиконовая смазка на инструменте, с завода он идет смазанный. Далее, два удлинителя под квадрат 1,4, 100 и 50 мм. Т-образный вороток под квадрат 1,4, также используется с головками, или можно одевать на него биты. То есть уже как в процессе работы, что вам больше нужно будет. Так, головки длинные, 13 штук в наборе, самая маленькая 6 мм головка длинная. И самая большая головка 22 мм. Так, по комплектации. Так, набор ключей еще вот тут небольшой. Три ключика Г-образных, шестигранных. По комплектации рассказал все. Материал изготовления инструмента хром-ванадиевая сталь. Нас видео спрашивают сказать свое мнение о наборах, которые мы снимаем, то есть оценить их. То есть, ну, набор Top Tool мы оценим как высокое качество, профессиональный инструмент, и отзывы покупателей только положительные. Что даже когда вы купите данный инструмент, посмотрите даже на визуально, на ту же самую головку, вы видите, что очень качественно все сделано. Очень качественное литье. Не головка, а вес головки составляет на 32 мм, составляет 213 грамм. Увесистая. По кейсу. Кейс состоит у нас из двух частей. Пластиковая зависа соединяет две части и по габаритам самого кейса. Кстати, инструмент очень хорошо защелкивается в своих гнездах, что исключает выпадание его. Потому что есть наборы, в которых закрываешь крышку и все начинает сыпаться. Здесь все очень хорошо закреплено. По пластику. Ну, по пластику очень хороший, жесткий пластик и очень качественно сделанный кейс, то есть и красивый, к тому же еще. Запирание на пластиковые замки, но замки качественные, то есть не какие-то там, как говорят, две сопли висит, что скоро отвалится. Здесь замки очень с хорошего пластика сделаны. И габариты самого кейса: ширина 38 сантиметров, длина 30 сантиметров. Высота 8,5 см. И вес самого набора около 6,9 кг примерно. Поэтому при покупке инструмента также обращайте внимание на наборы Top Tool. Хотя они стоят дороже, чем другой инструмент, тот же профессиональный. Но вы покупаете данный набор один раз и на всю жизнь. И будет он служить очень долго. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Оставляйте отзывы по эксплуатации данного набора. Ставьте лайки. До свидания.